Это въезд на остров Палм-Бич. Очень красиво сегодня. Очередная январская суббота. Люди фотографируются. Вчера была инаугурация Дональда Трампа. В честь этого события мы сегодня прокатимся по Палм-Бич. В том числе вокруг его дома. Дом, башенка. Большой американский флаг. Во дворе стоит. Палм-Бич вообще сам по себе интересный город-остров. Одни особняки богатые, вон его. Уже строение начинается. В общем, слева, справа все его. Мистера Трампа. Постараюсь помедленнее. Обязательно полиция здесь. Какая красивая пожарная машина. Конечно, забор тут высокий, но прямо сейчас будет вид слева на его дом, на его башню. Справа тоже его, вот это выход к океану. Вот его дом. О-о-о! Заборчики. Обязательно полиция стоит. Когда он прилетает, полицейские вообще стоят постоянно с мигалками. Океан. Здесь также очень хорошо на велосипеде. Очень много велосипедистов. Очень много байкеров. Одна из лучших дорог, конечно, для променада. Какие что-то особнячищи. Я думаю, дешевле 30 миллионов здесь ничего нет. Тридцать миль. Больше не разгонишься. Разгонишься, но потом тебя просто... Больше этого не дадут сделать. У кого-то орлы здесь золотые. Какой сегодня красивый цвет океана. Вот этот дом прекрасный. Но я думаю, они здесь в целом все прекрасны. Я бы не обломался в любом. Здесь и русские товарищи живут. Ну, какие-то там олигарх какой-то здесь был. И бывший дом Джона Леннона здесь. По нашей линии здесь Кеннет Гриффин живет. Основатель Цитадель финансовой компании. Основатель Interactive Brokers, крупнейшего американского брокера здесь живет. И дядьки миллиардеры уже просто. Океан прекрасен. У каждого здесь свой выход на пляж. Ну, пляж общественный. Там можно ходить. Мы, например, недавно прошлись до самого Трампа, до самого дома Трампа.
То есть пляж здесь нельзя сделать своей собственностью. Ну, туда никто не ходит, редкие люди ходят, поэтому это нормально. Вот уже начался город Палм-Бич. Вот это вот начинается World Avenue, авеню богатства. По ней мы и проедем. Там немножко всяких шопинг, молов. Да, сегодня суббота, трафика много. Гуччи, Фигуччи, всякое. Всякое другое разное. Достаточно богатые ребята здесь собрались. Сейчас еще сезон же, зима. Летом здесь по пустыне. Машинами здесь все в порядке у людей. Очень популярны, наоборот, старые всякие Rolls-Royce. Будьте нате. Красота. Притом вот в эти дома и справа, и слева можно там где-то зайти. Там внутренние всякие переулочки, в разные дворики. Так очень по-европейски здесь. Америка началась из Европы. О, что это такое? Дукати. Пацан просто лег на трак, кайфует. Вдалеке виднеется Breakers. Поеду я до Breakers доеду. Breakers — это очень старый, один из старейших отелей здесь. Кто там только не останавливался. Очень дорогой и престижный. Января.
ехать, конечно, надо не на основной тут улочке, здесь прям по основной трафика постоянно. Старой Англии где-нибудь. Место просто бомба. Финансовая. Здесь вообще все филиалы банка Фолл-стрит на этой улице. Чтобы богатые дядьки из Нью-Йорка прилетали и продолжали делать свои финансовые дела здесь. О, по-моему, доделали. Вот такой фэнси neighborhood. Палм-Бич. Магазинчики. Площадь очень красивая. Фонтанчик, домик. Вот это вот здание через дорогу. Полицейский участок. В таком участке-то, как сказать-то, и не грех быть задержанным. Все очень красиво, нагламурено. Пять секундочек. Включаемся.